Власти могут пересмотреть правила проведения ЕНТ. В Министерстве образования задумались над тем, чтобы отказаться от сдачи экзамена в августе. Вместо этого чиновники предложили школьникам дважды пройти тестирование с апреля по июнь. И оба раза абитуриенты смогут претендовать на грант. Кроме того, экзамен отныне будет проходить в электронном формате. Бахтияр Даркеев узнал, что ждет выпускников в этом году. Единое национальное тестирование продлится месяц, до 10 апреля. Причем впервые в истории его проводят онлайн. Опробовать новый формат ЕНТ решили 100 тысяч абитуриентов. Большинство не спешит в пункты сдачи, видимо, чтобы было время на подготовку. Но есть и тех, кто пожелал проверить себя одним из первых. Я считаю, что да, кстати, это удачная возможность попробовать не только для опыта, но и вообще, в принципе, для ощущений. Если честно, я не готовился. Почему? Так все знаете? Да нет. Как-то спонтанно хочу сдать. Даже если и не получится, у абитуриентов есть возможность пересдать ЕНТ. К тому же в этом году у школьников увеличили шансы поступить на бюджет. В период с апреля по июнь они смогут дважды пройти экзамен и побороться за грант. С учетом того, что это новый формат, того, что и так на век этих ребят выпало немало испытаний, мы решили, что нужно дать в первый год две попытки. Это не означает, что в следующем году тоже будет две попытки. Мы сейчас посмотрим на эту ситуацию и примем окончательное решение. С внедрением нового формата ЕНТ выпускники будут меньше нервничать, надеются чиновники. Школьникам теперь не нужно переживать по поводу неправильно закрашенного кружка. На компьютере будет возможность исправить свой ответ. Из плюсов и то, что результат экзамена появится на экране сразу по окончанию тестирования. Какой-то кружочек, ошибка маленькая не повлияет на твою судьбу, на твой грант и так далее. Просто я сам, не скажу жертва, но прошел через эту систему, когда на ЕНТ, заполняя последний предмет, перепутал кружочки и 3-4 балла потерял. Ну, благо мне повезло, что хватило на грант. Но я сейчас понимаю, что ведь могло ведь и не хватить. В компьютерном формате это исключено. Но списать на экзамене не получится. За процессом наблюдают с помощью камер. Если они что-то упустят, на помощь придут операторы центра, которые также следят за абитуриентами. Новый формат сдачи ЕНТ позволил чиновникам серьезно сэкономить. Сообщается, что расходы на его проведение удалось сократить с миллиарда до 400 миллионов тенге. Бахтияр Даркеев, Ирина Морозова, Асылхан Саминбетов и Богдан Игликов, столичное бюро КТК.